35 миллионов рублей выделили в 2013 году на ремонт школ в Чебоксарах. Договоры с подрядчиками заключили на 27 миллионов, таким образом сэкономив 8. Об этом сообщает администрация города. Всего на выделенные средства планируется отремонтировать 25 чебоксарских школ. Во всех учебных заведениях сделают косметический ремонт и будет проведена опрессовка систем отопления. В 9 отремонтируют кровлю, в 16 модернизируют школьные столовые. Все работы должны быть завершены до 1 августа. В 5 школах ремонт уже закончили. Однако в 4 школах в связи с проблемами с подрядчиками договоры были расторгнуты и будет проводиться новый аукцион.